Госуслуги в электронном виде с нового года можно будет получить 30% скидкой. Уже в 2017 году пользователям единого портала госуслуг будут давать скидки при оплате госпошлин за получение федеральных услуг. Треть органов исполнительной власти получит право снижать размер таких платежей на 30% для граждан, оформивших заявление в электронном виде. Поправки в налоговый кодекс по этому поводу уже одобрены Госдумой. Подешевеют особенно популярные у населения услуги, к примеру, оформление загранпаспорта. Снизят стоимость госуслуг не только для физических лиц, но и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.